Доброго времени суток, с вами Invest Solution, и сегодня мы рассмотрим проект Yagon. Это платформа для использования емкости хранения и вычислительной мощности нескольких компьютеров по централизованной сетчатой сетке. Использование Yagon позволяет хранить большие файлы данных и репозитории, а также уменьшать масштабы файлов и выполнять сложные вычислительные процессы, такие как те, которые необходимы для искусственного интеллекта и операций машинного обучения, полностью защищенной и зашифрованной платформе, которая блокирует блокировку криптографических и искусственных технологий, удобной для пользователей форме. Преимущество платформы Yagon. Поддержка многократной блокировки. Yagon предоставляет своим пользователям и разработчикам полную свободу в выборе и потреблении централизованных облачных сервисов. Платформа Yagon позволяет работать с несколькими блокчейн-цепочками, выполняя операции хранения и обработки с блокчейна эфира или на Tangly. Пользователи или майнеры могут выбрать между двумя блокчейн-цепочками для того, чтобы обеспечить полной безопасности свои файлы. Обрабатывать облачных сервисов и в первую очередь использовать огромные преимущества в получении доступа к рыночным и государственным современным технологиям. Технология Yagon Security Lake. Технология основана на технологии неразрывной шифрование, основанное на блочной цепочке и разбивании файлов и хранении небольших анонимных и сильно зашифрованных фрагментов исходных файлов, обеспечивая полную защиту файлов данных, других типов файлов, таких как сканирование фотографий и видео, и базы данных любого размера, и исключением пользователя, и обеспечивает быстрый поиск и обновление любого сохраненного файла, за исключением пользователя, который надежно загружает файл и имеет пароль-ключ для извлечения и шифрования. Никто не может читать содержимое небольших фрагментов файла, шифровать, удалять, изменять, извлекать их, идентифицировать их источник или даже связывать их с другими фрагментами файлов, которые генерируются из исходного загруженного файла. Технология Yagon гарантирует, что даже когда информационные системы каким-либо образом нарушаются, данные и файлы, которые они используют, не могут быть доступны, удалены или изменены каким-либо образом. Архитектура. Архитектура платформы Yagon состоит из трех уникальных секций: алгоритм машинного обучения, блокчейн и майнеры. Протокол шифрования, дешифрования. Когда запрос отправляется в платформу, алгоритм машинного обучения отправляет блоки данных майнерам для обработки и поиска соответствия подписи. Затем эти блоки данных отправляются обратно для проверки по облачной цепочке вместе с выходом, который алгоритм машинного обучения будет использовать для идентификации узла. Невозможно идентифицировать узел без обработки данных в нескольких блоках и идентифицировать корреляцию. Таким образом, это обеспечивает уровень анонимности и конфиденциальности пользователям. Индивидуальные майнеры не смогут идентифицировать определенный запрос или узел, если у них нет доступа к достаточным блокам. Блоки распределяются равномерно майнерами, используют доказательства дисперсии и не хранят ни одну из данных в своих локальных системах. Это позволяет анонимно обрабатывать данные, не имея возможности идентифицировать какой-либо отдельный узел отдельно, кроме как через алгоритм машинного обучения. Как работает данная платформа? Искусственный интеллект. Проект использует комбинацию алгоритмов машинного обучения, нейронных сетей и технологию блокчейн для защиты своей платформы. Интегрированный DApps. Это надежные интегрированные децентрализованные приложения на единой платформе для всех типов пользователей. А майнинг – добыча. Доход от совместного использования ресурсов компьютера, включая вычислительные мощности и хранение. Смарт-контракты. Каждый может создавать свои собственные смарт-контракты на простой в использовании интерфейс пользователя без написания строк. А децентрализованное и безопасное хранение. А уникальное, запатентованное, безопасное и зашифрованное распределенное хранилище использует блокчейн и протоколы сегментирования. Блокчейн. Используется гибрид блокчейн и технологии клубок. Проект стремится реконструировать децентрализацию хранения и обработки. Дорожная карта проекта. Так называемые планы развития компании. Первое упоминание проекта Yagon появилось еще в сентябре 2017 года. Тогда был создан первый дизайн платформы и разработана ее архитектура. На настоящий момент проект находится на этапе ICO. Дорожная карта составлена до декабря 2019 года, когда планируется интеграция DApps.
токен Yagen, символ IAG, общее количество токенов равняется 1 миллиард, а на пресейл было выделено 20% токена, на основное ICO 50%, для майнеров 10%, для команды 10%, на баунти программы и советников также 10%. Как мы видели на главной странице сайта, софткап проекта 5000 эфиров, он уже достигнут, тем самым проект будет запущен. Хардкап проекта 50 тысяч эфиров. Команда разработчиков. Сразу же можно отметить, что команда очень мощная. Доктор Рохит Джупта представляет Amazon. Доктор Йогиш Малхота, адвайзер IBM. Джейсон Норс, Берт Оракл. Дэвид Дрейк. Доктор Незер Зейденберг. Филипп Нан. Николай Шклиф. Владимир Никитин. Крис Абди. Петр Кошкин. Это остальные члены команды. Их довольно большое количество. Партнеры проекта. В партнерах проекта Yagen значатся такие гиганты мирового рынка, как Oracle, Ethereum, Alliance, LDG Capital и многие другие. Это планируемые биржи, на которые Bancor, Nauticus, оценки разных изданий. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.